Кологарн. Так, смотрите, нам надо две руки уничтожить. Сначала сливаем обе, это 30%. Потом еще обе. Это минус 60-40. Доводим босса до... Сколько? 25%, да? Ну да. 30-то. Можно на 40 уже руки бить, потом... Хорошо. Лерой, ты начинаешь агрить босса, нажимаешь таунт ЛП, прожимаешь незыблемость, на следующем стаке забирает Белин. После Белина Войд. Чек на пол. Играем сначала в правую руку звезда. Все, погнали. Забрать только босса. Звезду играем. Белин, забирай босса. Точечно, главное, играем в звездочку. Потом будем играть в левую руку. Свободный танк забирает трэш, который выпадет с руки. Войд, забирай босса. Давайте в левую руку. Упадет левая, босса вообще не играю. А, нет, подожди. А, да, можно сыграть до 50 довести, господи. Лерой, забирай босса. Так, давайте до 50% босса. Прожми кровь вампира, кровоотвод. Давайте до 35%. Бейте пока босса. Теперь он как обычный игрок сагильдеец в нашем рейде, без рук. Давайте больше тамаги. Забирай. Имейте по... забирай. Билет забирай. Доведите босса до 30%. Играйте в правую. Все, в правую руку играем. В правую руку все сыграли. Босса никто не бьет. Нажал бы за. Одновременно надо нажать. Бёрн, подними Белина. Стопайте по правой руке. Стопайте по правой руке. Стоп по правой руке. Играйте в левую. Все в левую играйте. Лерой, забирай. Зыбность откатилась. Блять, сейчас звезда умрет, сука. Давайте влево быстрее. Влево быстрее играем. Все, е. Выбочка, парсивен, что ты помер. Бой повис. Наверное, расход. Так мы две ачивки получили. Ну, я одну. Куда ты сказал, ну, наверное, расход. Пушка на хила. Бисовые наручи на эрдру. Это же меч. Ну, тогда меч бисовый. Ладно, я просто называю рандомные слова, и я не знаю даже, что я несу. Так, посмотрим, что дальше есть, что можно сделать. Другая кошатница. Босса надо отвернуть от рейд. Кай, выключите. Давайте заорганим просто босса. Да, давай. Можно застанить моба. Подсказка от разработчика. Можно молотом правосудия застанить. Отбегите от рейда. Отбегите, босс спускается, господи. Поднимаем быстрее. А кто такой Вуди Аллен? Все, идем за кружочку. Следующий трэш. Там уже и будем бить босса. Пошли. Давайте фулбаф по рейду, лапу, МП5 перестан. Кольчуга там ноги бисовые на рестер Элима. Давайте, давайте. Да, не ролили, сейчас поролим. Ну, надо агрить боссов одновременно. Видите, он в боли разлуки, он расстроен, что его разлучили с компаньоном.
Это как я без Трейси в рейде играю. Тоже злой становлюсь. Давайте кружок теперь играем. Короче, Лерой будешь танчить босса. И все остальные танки трэш, сливаем трэш, потом босса. Давайте быстрее. Кружок и рестлим сразу Лероя. Я поднимаю. Идите все к кружочку. Куда вы ушли? Все сюда, босс сейчас сюда придет. Давайте. Каску по Лерой и пуляй босса. Пуляй босса. Давайте в трэш играем. Ах, бля, я отдал рост уже, когда было. Смотри, поверни босса так, чтобы он смотрел на рейд. Потому что он бьет конусным ударом 500 тысяч миллиардов. На эти 500 тысяч миллиардов на всех игроков. Поэтому мы не умрем, если все вместе будем стоять. Понял? Да. Дайте страх Лерою. Да, сейчас как выйдет. Давай я разберу. Сейчас ужасающий визг. Вот, как сбили, молодцы. Становитесь все под морду босса, она сейчас будет бить конусным ударом 15 миллиардов урона. Это растет, блядь. Сейчас вылезет страж белорусов, его надо убить. Надо застанить. А, стан вроде не пашет. Короче, таунтить его надо точечно. Он ваншотит абсолютно всех. Это как Лукашенко. Давайте, играйте в стража. Нажимай ярость, их всех. Так, надо удар часового сбить. Прожмись, прожмись. На луже стоит. Вот, прошел конусный миллиардный уронный удар, мы выжили. Хорошо, что Сакра, наша мана, зарешала. Так, вышел Медведев, Медведева слить. Давайте, сейчас звездочку поставлю. Медведев убил белоруса. Вот, конусный удар убил Дорна, потому что он стоял в одной точке. Там никого не было, и весь миллиардный удар принесся по нему, по Дорну. Так, вы, Крикасси, пойдите в шины. Кому надо вообще этот рис? Или я себе забираю? Мне, давай. Давай, ралли. Ты какой пати? Или паролем его? Стоп. Роли? Давай. Ну ладно, супер. Давай. Ладно. Думал, никому не надо здесь. Слушай, ты переродишь. А меч кому трейд кидать? Вуди Аллену. Вуди Аллен выиграл. Вот этот меч тебе надо. Идемте на Деда Мороза. Я сейчас подойду, Оле. Я тоже сейчас подойду, чай поставлю. Вот это моба полутай каменного, там кольчуга. Сейчас. Так, давайте сейчас будем по ходу дела разроливать бесполезные вещи, которые вы никогда не наденете и не будете делать ничего, но все же. Вот. Маги надо кому-то? Так, кто-то хотел посох. Странное видение. У нас с этим страдает обычно это правительство. Да, меч где там? Его вроде кинули на ролл, вроде бы кто-то выиграл. Какой, как он назывался? Злоба? Не, Злоба выиграл этот Вуди Аллен, а следующий вот этот, это? Как его, украшенный рунами, уже я. Сейчас. Пучник это уже что-то другое. Вот это? Да. Ёпта, вы чё, блядь, слепые что ли? Да надо, это аркадная игра, чем больше убьешь змей, тем больше кожи получишь в рейде. Так, украшенный рунами клинок ролим. Так, блин! Чё, блин? Да их два штуки, я уже три раза кидал ролл. Все три раза выиграл. Так, давайте забегать.
снежной кучи это ДПС больше и денег больше. А чё мой танчит? Может, вон танк. Все, больше никаких никому не надо вещей. Шлем. Шлем не персональный ралли с роли, надеюсь, он забудет, и он останется у меня. Шлем потом продам за 50 тысяч на ауке. Фух. Так, ну это самый сложный босс по ачивам. Ни еще один рейд в мире не сделал все ачивы вместе, поэтому я вам по тактике ничего абсолютно не буду рассказывать. Отлично. Короче, прыгай и катайся небалом по тваре. Мит, я убил этот снежный ком. Так у меня всегда такой геймплей, Арканмаг. Это нормально. Ладно, капрос. В смысле, арканом в ульте можно раздавать на каждом боссе, там вообще пиздец. Мида резните, а то он потеряется. Ну да, ротация сложная. Мама, я загубился. Он не в ротации, просто аркан в бою. Еще чего надо на шамана, извините. Давайте, ой, мороз-мороз сделаем, так и быть. Вот это сделаем. Короче, это называется, что там, убейте Хадира, ла-ла-ла. Не позволив ни одному участнику рейда попасть в ледяную ловушку. Как попасть в ледяную ловушку? Так, перед своим кастом, чтобы заморозить весь рейд, босс кидает две лужи в комнате. Они образуют снежный ком. В этот снежный ком нужно забежать. Вы его увидите. Если вы не забегаете, босс вас морозится. Морозит. Морозит. Да, мы умираем, короче. Не, имеется в виду, что босс морозится, типа, боится. Где Мида резнит? Это наш этот экспедитор, короче. Он находит ловушки все в рейде. Хан, что ты творишь? Уйди со снежного кома. Чё ты там танцуешь? Чё он делает? Сейчас стал на мину и стоит на мину. Короче, давайте, подходите быстрее, минуту уделю тактике, потом начнем. Спекайтесь все в танков, Лерой будет танчить. Просто нажимай ЛП, ЛП, кровотвод, ЛП, ЛП, руническое оружие, ЛП, ЛП, ЛП. Апис в ДД. Мид, ты тут? Блин, червей кто-то не убил, походу. Сука. Короче, смотрите, видите ледяные вспышки на НПЦ? Их тоже надо сливать. Если сольете, НПЦ будут нам давать бафы. Костеры там жечь, в них надо становиться, получать бафы. РДДшникам, не миликам. Да, наверное. Так, вот эта херня я вам рассказал, ну, не знаю. Это... Тут все понятно, надо смотреть в дебафы свои и не набирать стаки. Конечно, у людей, у которых нету зрения или слепые, ну именно. Как даже... эти стаки, я забыл, трескучий мороз. Ну, если просто... стоять, то получаешь дебаф трескучий мороз. А, просто бегать, да-да-да. Бегать. Ну все, короче, все готовы, супер идеальная тактика от Рева. Вот. Герой, погнали. Бейте сначала ледяные склепы с НПЦ. А потом Джейми. И потом Хадира, да. На пульте на Лероя. Балованный на пуль. Буды лыху. Давайте в череп собрались, РДД. Я даю супербаф плюс 300 тысяч криту и плюс 2 к СПД. Мисао снимает... Короче, трескучий мороз. Кольцо льда с людей. Черепочек сбежались. Скоро будет ловушки. Появятся такие метки. Возле них становимся. Потом упадет снежный ком, и в них надо забежать. Вот, смотрите. Возле них встали. Если в них забежать, то вас откинет. Возле них встали, и все, забежали теперь.
Ледяная вспышка, быстрее забегаем. Кто же заморозится? А ну-ка, никто не заморозился. Чудо. Продолжаем дальше бить. Незыблемость, давай, незыблемость отдавай. Давай незыблемость, потому что так сказал Войт. Я знаю. На боссе баф ледяные дуновения, посмотри, прочитай. Физический урон снижен на 70%. Да, босс наносит меньше урона. На 40 тысяч магии плюсом. То таким же. Давайте, стали рядом с метками, все, забежали, забежали, забежали. Балованный был на гра... Экстримка, молодец, молодец. Какой-то невнимательный. Разбивайте все склепы с НПЦ. Лерой, двигайся, Лерой, два стака на тебе. У Капарсивен на 6. Капарсивен, ты очень... Капарсивен, ты не ВРК? Капарсивен, ты не ВРК? Ответь. Зачем ты ВРК спрашиваешь? Сивен, ты ВРК? Давайте забежали. Ну, я успел забежать. Капарсивен, ты запорол на ночево похолодание, а экстримка запорола чего? Ой, мороз. Все, БДК умер, он расстроился, что вы запороли. Ну вот, в принципе, все чего мы сделали. Нормально. Можно продолжить дальше. Так, так, это я себе забираю в качестве компенсации морального ущерба за невыполненные чивы. Так что, ну вот это можно порулить, эта вещь нужна всем. Это бояшная вещь. Это не бои. Зануда. Покорить. И рецепт. Покоритель кому-то надо? Бисовая. БЦЛК 25 дерьби свеч. Сейчас приду. Не знаю, что это, но ролю. Да, это правильно. Так и надо по жизни поступать. А вот это я порулю. Так, булованный тебе надо? Держи. Так, будем делать, что там дальше? Торим у нас. Сифон это хардмод? Друзья. Хардмод, давайте хардмод, это самое легкое чиво здесь, надо просто всем на дистанцию встать. А, Олег, слушай, а шлем-то отдашь? Да, отдам после рейда. Ты трейд кинь мне только. Ты давно ходил 25 гер в Вуди? Вуду делать этого чего? Она легкая. Сейчас без сарказма. Ну, это же не, надо просто дистанцию набрать всем. Я был очень давно. Я в десятки хожу. Когда сиф начнет злиться? Не знаю. Завтра, наверное. Там есть чего, чтоб типа ее поцеловать или обнять, я забыл. Ну тоже на следующем боссе. На Фрейе, наверное. Может что-то на Васте, на йоге. Да, на йоге. Так, давайте определимся, кто пойдет в комнату. Эти 5 смельчаков. Мне в комнату надо. А что там делать, я забыл. Не знаю. Что-то делать. Там просто пробежать надо. Вот, пробежим. Так, 3 ДД есть. 3 ДД есть. Кто еще? Бьорн, давай ты тоже пойдешь, вдруг там сдохнет, кто-то подымешь. Плюс танк, кто там потанчит там. Есть такие Войд, люди? Войд знает, что делать. Давай, Войд. Не, Войд. Ладно, пускай будет Войд. Мисава, пойдешь с ними. Мисао, ты услышала? Отлично. Плюс Ануши, плюс Войд и Мисао пойдут, а мы останемся в центре и будем ждать, пока маленькие белорусы на нас начнут атаку.
сейчас Вуди смотрим. Аллен, это же Седдер, да? Ты смотришь на это место и говоришь, что вот Беларусь такие прекрасные. Чек. Просто чек на готовность. Готовность выстоять в этом рейде. Все подтвердили готовность, убиваем трэш. Можно сделать кровожадность, но для этого надо скиллованный суперприст с интеллектом IQ на уровне белоруса, чтобы он законтролил моба. Дал баф рейду. Так, стороной ред, который не идет в комнату, стоим звезде. Нет, Гильдаль, если ты внимательно читал ачиву, там написано, чтобы рейд был под бафом кровожадность. Запускайте. Нажимай рычажок. В звезду встали все. Никто не бьет мобов, кроме танков. Защитника контрольте. Да, это тоже важная инфа. Через 2,5 минуты будет сложный режим сифон. Так, завоевателя можно убить теперь. Так, давайте убьем завоевателя. Войда не хилить. Если Войда не хилить, у него кончится хп и он умрет. Меня, извини, больше так не будет выбачь-то. Давайте, мы почти продержались. Никто не умер даже. Чё, ну, кроме вот этого случая вот сейчас, да. Кукувася пал смертью храбрых. Води, повесишь СС на Лероя. Вот этого моба можно законтролить и получить супербаф. Ну, можно было законтролить, уже не законтролишь. Давайте быстрее запускайте, 50 секунд до хм. Чего вы там дрочитесь? Чё так долго? Там же 4 дд у вас. Вроде 3 только. Так, кто еще плюсанул? Там ралли плюсовал. Ты чё здесь оставил? Ой, блядь, я новый в комнату на юг Сароне, блядь. Давай, Войд, под спринтами просто пуляй его. 22 секунды осталось. Еще мобов бьет. Давай, попробуйте пэтом сагрить Торима. Хан, попробуй пэт. Пробуй, пробуй. Давай, 5 секунд осталось. Молодец, блядь, проебали хм, сука. Можем упасть, конечно. Так, ну давай. Короче, ладно, зергаем так. Отойдите все на дистанцию и все. Видите молнии? Этих молний надо прятаться.
что получить ичиво не стой под молнией. Вот звездочка сейчас стоит возле молнии, провалит ичиво нам. Пофиксили что-то, вообще никто не просаживается. Так это же обычно. Не имею в виду без смертей, как-то дрочили и дрочили. И снова не сделали, да? Ну да. Где рецепт? Ну на первой фазе. А что ты за рецепты такие тупые? Нет, тянуть пару рублей. Осколки будут падать вообще нет? Так падал. Держу пол один. Один. А тебе что, на два? Это я себе заберу моральный ущерб. Да, я уже 89 кинул. Ну, Лерой передаст ралли тогда. О. Класс, я короны срубил. Снова это Фрей. Пошли дровосека сделаем, таким быть. Я уже, наверное, минут 30 вообще не понимаю, что происходит. Да, мне всегда так в рейдах. Давайте вот это сделаем, как вам идея. Что не? Это трудно. Не, это не трудно. Разводят нет. Этих мобов. Разводят. Ну как разводят? Нет. Просто. Вот так вот подходит. Убивает. Есть деньги, нахуй. Ёбана в рот. Отбивает, короче. И подводит к следующему боссу. И того подбивает. А третьего уже зергает под ростом. То есть, а? Да иди, я про цветочки говорил. А, там что-то. Там что-то типа тех двух начинают, да, и подводят к зеленому к этому. Потому что он что-то сильно по танцу там бьет. Ладно, не будем. Загонем. Ладно, загонем просто босса, не будем заморачиваться. Ты думаешь, ДПС у нас дохера, да? А что не? Фунта, Апис, ДД спекаемся. Мне, наверное, тоже. Ну да. А Хант стреляет там на этим. С резкой. Он должен врататься тут. Вон там ДД, Апис ДД. Ждите, пока босс уйдет, сагрим цветки. Блин, давай каску по себе. Что, цветочков испугался, да? Не, я испугался вашего безумия. Поглотит вас. Безумие, как гравитация, стоит только потолкнуть. Танки просто нету слов. Это не ДД убила хила, который хил. Никто даже слышат, не пишет. Не, не то. Не бери. Как не раз бери. Слоты Нориксис, Васат, Вареника. Чтобы они заходили тоже. Что не бери их? Тебе-то надо в гильдию. Чё-то на пол. Гуляй. Заморозки разума, сбивай каст, луч солнца или как там. Нет. Да, вижу. Ну, реломится, потом получит луч, все равно, не переживай. Давайте все под босса становимся. Резко по хилу. Войт, хант, надеюсь, урезаешь хил там, да? Ротация должна быть эта штука. А как называется правильно? Только босс.
Босса Бьянка. Прицельный выстрел называется. Называется... Ну, стоит, да, в этом. Скажи мне, в атаке. Называется вырезание хила. Так, деревце надо слить. Надо слить. Отбегайте от лучей. Прекращайте кас, сейчас задрожит земля, бабах, можно идти дальше. Окей, веселый инст. Что там выпало? Ничего не выпало. О, осколочек. Вопрос. А в чем смысл убивать вот этих стражей по бокам? Чтобы Фрейя была еще слабее. Понимаешь, каждый страж дает баф этому боссу. И скиллы определенные. Например, дрожание земли, вызов трэша. Рец ролят все или по профи? Рец ролят. Да. Как кинешь, так и будет, хоть камни с неба. Где? Портал искра воображения. Блин. Я тут думал на чант. Куплю рецепт. Так, что там оставай алхимика? Есть алхимики в рейде? Так, раздеребаним в рейде. Посох кому-то надо? Еще раз куда лететь? Мирон вроде. Так, защитник. Защитник, вот он. Ого, да. Забиватель. Что в мобе? Та зеленка, не парься, я шучу. О, вот тут красная кнопка. Пошли дальше. Где так все просто в этой игре. Осталось три босса. Просто задай бошку. Блин, я тебе так колье отдавал бы голое. Где? Колье. Здесь ничего не работает. Так, что на пожарном можно сделать? Так. Ну давай с него я пистати быть. Мы два хила похилим. Главное, не нажимайте эту кнопку, где написано «не нажимать». А тут есть такая? А почему? Она запускает. Потому что будет бубо. Поставьте шкаф с уманем мага. Я предлагаю, знаете, не рассказывать тактики, а просто тупо зергануть. Просто нажимать одну кнопку по боссу. Кто из них в ДД будет? Давай, будет по-любому. Мид, искра воображений. Блин, чувак, терплю, терплю, сделай микрофон, а, Лукашенко. Ну реально, блядь, уши вянут. Да, нормально. Придется тебе звук убавлять. Это ты еще не слышал, не слышал. Меня в игнор, просто я уже так уменьшил, куда мог. Да, давай, кину лучше в игнор. Кек на пул. А вообще падали сегодня рецы на чанте? Да, падали. На Лероне падали. Все, иди поле босса, Лерой. Серьезно? Тогда я его заблокирую по IP. Давай-ка вот так сделаем. Кто? А че он в РК вообще сидит, блядь? Он в рейде, что ли? Не, не в рейде. Я сейчас посмотрю.
что за лужа? Вот сейчас от этой штуки надо бежать, чтобы удар называется. Посмотрим. Начни, ну. Захелил. Надо к звездочке отбегать. Так, Апис, подымай рангу. Войд, подымешь Бёрна. Ты, блин, отбежал, Лерой, а я далеко стоял, не захилить. Надо просто отбегать. Просто вот, там еще взрыв плазмы кастуется на танка за 6 секунд 150 тысяч урона. Надо было незыблемость отдавать. Давайте гимноману. Ну да, мы просто учимся еще. Надо, когда шоковый удар идет, вся мили-зона отбегает в РДД-зону, где хилы стоят, чтобы вас легче было прохилить. А расскажите хоть что-то, что происходит. Ну вот босс появляется. Это нанотехнологии Беларуси, послушай. Вот он говорит в красной рамочке, прочитай, он что пишет. Нет, понятно, читать я умею. Это ручной робот Лукашенко. Давайте смотрим, он начал пулять. Лучи смерти еще пускают. Так, сейчас выйдет красная метка в комнате, потом сбежимся под босса. Посмотрим. Будет обстрел. Обстрела надо убегать, точнее прятаться. Так, вот, видите, красная метка, отбежали от нее и забежали под босса все. Босс, убегите с винжа уже. Давайте быстрее. Как на гниломорке. Звездочки, идемся. Отбежали от дула, отбежали, сейчас обстрел будет. Видите, пиу, не дострелял. Фу. Сейчас будет боевой вертолет белорусский класса А вылетит. Боинг. С торпедным вооружением. Вон он. Боинг вертолет с торпедным вооружением. Это пиздец. Сука, это инженерная мысль номер один. Я бы хотел посмотреть на это говно, бля. Вон он летает. Называется Белвер или что там, Бервертолет, белорусский вертолет или как там. У нас уже есть один вертолет, Белджи называется, блядь. Белорусский вертолет создан на Гомельском автомобильном заводе номер 3. Так, кто там вылез, робот какой-то. Недружелюбный робот. Так, сейчас на последней фазе вот это все эти конструкции белорусские воссоединяться и будет Гомсельмаш, как Кадорн сказал. Это пиздец. Этой штуки можно картошку собирать. 15 минут. Давайте, короче, велики, бейте низ. Там РДД, башку. Короче, смысл в том, что надо эти три части тела одновременно убить. Вот. Еще тут шоковый удар есть, обстрел. То есть все скиллы соединяются воедино. Давайте рост дадим и там зазерганем просто эту машину. Давайте середину больше дамаги, там 42%. Милики могут доставать до головы, если выбрать цель. Милики, бейте больше середину. Я об этом давно уже говорил. Отбегайте от красных меток. Скоро обстрел будет. Давайте низ больше. Низ 20%. Все вниз играйте, РДД вниз тоже играйте. Так, от обстрела. Дали. Все, добивайте. Захуярил. Почти без смертей били, отлично. Не успели за спину, пацаны, блядь. Так, где эта коробка с белорусской картошкой? Вот она. Так. Опять рецепт падает. А надоели уже рецепт. Тем более я их не спалил. Боешка. Рецепт как-то... Мои просто себе бы я заберу, чтобы никто не увидел. Так, что? Куплю. Перерольте. Сотки перерольте. Да-да-да-да. Не стреляет шанса просто. Защитника ролем.
развалившиеся галереи налево. Портал, обвалившаяся галерея и налево. Так. Так, вот это надо кому-то. Звездное плетение. Да, понятно. Бисовые штаны на Мишку. Так, идем в обвалившуюся галерею. Налево идем. Боешка. Это боешка? Тогда себе оставил. Нет, там плач был. Плач был боешка. Там выиграл Андрис вроде. Или тебе она надо, боешка? В смысле, его ролили, что ли? Когда? Да не ролили его, я вас обокрал. Нам надо создать опрос, где будет на порядок денный установлено питание, чи треба розролювати бойові речі в рейді, чи РЛС. Дотримуйтесь регламенту після рейду. Да, давайте після рейду спасибо зробити. Так, дальше у нас будет генерал, кто-то там. Как называется этот? Служба, да? Служба безопасности у этого, у Лукашенко, КГБ? Ну да. Ну, это будет генерал КГБ Беларуси. За ним стоит главный Лукашенко, короче. КГБ не имеет вообще никакого отношения к службе безопасности президента. Всем привет. Ну а теперь будет. Здрасте. Тенефобия. Давайте тенефобию сделаем, так и быть. Сон будет? Потом, после боя. После Йоксарона. Бля, все, уже нет сумки заполнены. Отдавать буду кому-то другому вещи. А, кстати. Бибоп на Йоксарона как будем бывать? Плюс 8 или плюс 12? Сколько, давайте посчитаем возраст участников, поделим и там посмотрим, что выйдет. Какой плюс? Мне 52. Ты что-то дохуя. Мисао, ты тут? А возраст какой? Документальный или биологический? Потому что они различные. Нет, сказочный. Вот ты игрок и представляешь себя магом, сколько тебе лет в World of Warcraft. Давайте просто предлагаю всем спуститься вниз и просто все сагрить. Просто все сагрить. И замуешить. Как он? Раса неподходящая. Был бы ночным эльфом, не играл бы за альянс. Погнали, бить. Сказал бы, что 4000 лет, как девайт фир. Трися, давай быстрее, танки, погнали. Вызывайте стадо, все. Вызывайте просто всю сакру, давай, гимн отхил. Я даю рост. Ебашим это. Давайте. Твои сына святой. Прощай, FPS. Прожмись. БР танка. Пожалуйста. БР танка, есть БР еще. Не забирайте медведя быстренько. Каплю. Кольцо льда дайте, Ключ прожал. Сука. Каплю. Да не сука, не дланд свободу. Ёбана в рот. Фух. Да, это было близко. Ладно, короче, мы так не будем бить. Да не. Это была плохая затея. Не хилят, нихуя. Чё, большинство убили? По-любому. Мид, умирай. За тобой идут мобы. А три сяди, кстати. Они не отагрятся, они на верхних будут смотреть сейчас. Бейте их сверху, кто стоит сверху. Сейчас смотри. Ну давай, Води, ставь шкаф, ресайтесь, сейчас засумоним быстренько. Бишь, масрез. Все, пошли. Достанешь меня оттуда, где ты стоишь? Вроде не сагрится на тебя. Не шевелитесь, я поресую. Что?
что и требовалось доказать. Мишка, танк это вообще говно ебаное. Да иди в жопу. Вот кого я резнул, с тех сумонь. Ебать! Смотри. Шанан, дурачок. Стой, подожди, Олег. Ой, дурачки, блядь. Я тебя сейчас подниму. Давайте, короче, вас не подымут, ресетись так. Это Шанан сделал. Шевелился. Зато бой спал. Кто хочет починиться, тут ступенек спускайтесь, тут огар такой стоит. Так, Мисав, я тебе дал сундук. Какой портал? Да сейчас все умрет. Ну а так обвалившись и галереей налево. Ну понимаете, что плюс ноль мы не сделаем. Почему сделаем? Ну не знаю. А кто вообще такой этот Йоксарон по лору? Древний бог. Древний бог вообще это один из самых, наверное, великих персонажей. Великих персонажей после Лукаша. Вообще там это касается истории создания самого мира Азерота. Ну да, вместе с Ктуном, Зотом, Йоксарон и этот Ишараджи или как его там. Нет, они остатки. И Артас. То, что да. Появилось в сумерках. Их не смогли убить титаны. Да, они, титаны не смогли их убить и заключение. О, они убили только Ишараджи этого, блять, паука ебаного или как вот. Артаса. Хуй Артаса, Артаса. Артас так. Вообще никто. Моська. Ну король. Артас это бог. Давайте бейте. На Артасе бестоповая поесть. Блин. Да что ж вы агро не держите? Так а зачем ты спускаться? Милики не спускаются, РДД только сливает. Я только разогнался в ДПС. Ну чё, коты, есть в рейде смелые? Прыжок, размах. Да, это кто, короче, этот генерал? Генерал Ктулху. Ктулху? Это вообще из Варкрафта. Тут Ктун. Это генерал КГБ. А по поводу изображения, это все иллюстрации были. Описание там весьма смутное. Ну блин, что ты агришь? Маны нету, короче. Жопа тебе. Это самое. Всего вайп. Гимн. Хуин. Хорошо, что я себе бой не повесил пока. Ладно, бейте, там можно, я вам хилю уже, но она есть. Гимн Беларуси, шерм. Мы белорусы, мирные люди, сэр, помаданные родной земли. Вы убили там, не? Да. Чё, мана резкая? Не. Так гимн же 3 себе спел. В смысле? Анрикс 70% мало где-то. 60, ладно. Это ж мало. Надо больше. Смотрите внимательно на этого чувака безликий ужас. Он сейчас будет запускать черную торпеду. От этой черной торпеды надо отбегать. 400 нахуй. Примерно то же самое будет на боссе. Видите, торпеда пошла черная. Какой-то белорусский рэп непонятный.
Это ж не умерла Украина, ебать. Вообще, кто-то видел белорусские часы, там, не знаю, машины? Да ебаный пирог. Украинские видел, кто-то нахуй. У меня велосипед до сих пор белорусский. Или мазы. Велики-то понятно. Издавна белорусы велики изготовляли еще с Древнего Рима, наверное, кажется. Бери больше, синий. Так белорусы Рим и строили, заебал ты нахуй. Вот ржете, а велику уже 16 лет, а до сих пор нормально ездит. 16 век, ты сказал, вроде, да? Да, 16. Ты прав. До нашей эры. Стрим, ты тут? Так, давайте РДД. Там эта технология от великих укров произошла. Короче, сейчас я две метки повешу. В эти две метки будут РДД становиться и бегать. Так, хунта, спекайся. Я в кулаке раздаюсь. Не спекайся. Сейчас. Али хуй знает где. Сколько надо на Реджи? 10 человек? Да. У нас 10 нет. Ну что ж, вайп так вайп. А нет, есть. Спасибо, нету. Ладно, есть. Так, смотри. Третья пати в звездочке стоит. Перебегает. Четвертая пати за Вудялином. Кроме хунты. Хунты ты бьешь босса в мелизоне. За квадратом бегает Капарсивин. О, 10 человек как раз выходит. Апис, ты тоже. Ладно, тоже. Не, спекайся. Мы тут вдвоем захилим или как? Сейчас забыл какой тут урон вообще. Да, захилим. А, да, захилим. Миссал тогда под боссом стоишь, хилишь. На Лероя на пул, за гро следим. Иначе бобо будет, как на Лене. Босс не не таунтится. Лероя погнал. А еще будет метка безликого, с нее выходить из рейда. От нее всем отбегать. Хилы и хильцы по очереди. Так, копье пошло на Капарсивина, отбежали от него. Эй! Все, можем бить просто так. Мид. Это был мид, кстати. Поздравляете. Ну, давайте раздадим. Прям так. Просто убивать фус. Нет, глыбу прожми, глыбу быстрее, глыбу отбеги или глыбу. Вот, повезло нам. Косты надо сбивать, кстати. Не откинула. Зачем ты сейчас глыбу прожал, рука в трусах? А чё, помогает? Нет. Я не знаю. Прожимайся, ДК. ДК, прожмись, потому что я хз, чё надо, типа, походу. Тятенька, глыбу. Апис, выйди с рейда. Притворяйся мертвым, ну все, босс пошел. Да нет, у нас только пошел просто. Притворился, нормально, молодой. Мертвым притворился, ты хотел сказать? Но. А, да, такое может. Так, отбегайте от копья. Классная РЛ, да, ребят? Метка безликого на Шанане. Шанан бежать должен. Прям как Гнойр он кричит. Меня не остановить. Да, в этом БМК. Ага. Топовое трение на Эрдру. На танка. Мадис. Иди, хранитель, пускай. Пятки.
Да попробуй за роль. Да давай узнаем, сколько людей в комнатах знают. Я, Вуди, Сестрарепа, Шана. Хорошо, я могу ретриком. Хорошо, я посчитаю сейчас. Так, раз, два, на три, четыре, на пять, шесть, семь. Ралли знает. Мит, что тебе надо? Плечи какие? Гильдаль вон знает. Вуди Аллен выиграл. Ну, Вуди Аллен, передай Миду, или можешь не передавать, потому что тот украл у нас очевидно. Так, охваты несломленных, Апис. Не-не-не, Мида днюха, поэтому все ок. Ок, 10 дней что ли уже? Да, уже. Можем убить, кстати, 9 стражей. Короче, давайте предлагаю сделать вот что. Вот это и вот это. Пошел запускать стражей. Можете мне помочь, кстати? Какого спринта есть? Ну ладно. А что тогда... в комнате делать? Бить мобов. Не попадать под лучи духов. Ну, если у Мимирона мобы стоят, то без Мимирона будем. Нет, тут 3 танка надо, да? Ну, даже в обычке. Не, вот это вот они вылазят из стены, это сложное чего, то есть там надо именно танковать. А, это да, кстати, я затупил, блин, спека себе протопала. Есть еще у кого-то танка спек на чего? А кто у 2 танка подойдет, этим мобам будут... Да, я помню. Да, пошли бы... просто быстро убийство, и чтоб это здравомыслие никто не потерял. Так, не, смотри, можем сделать вот эту фигню, потом вайпнуться и сделать убийство и вот это и все остальное. Ой, что там, Фрей запустил код или не? Да, все запустили. Давайте сумоньте Андрикса, пока добегу, время пройдет. Ну так как это не ХМ, заходите любой желающий в комнаты, я зайду хилом по хилу там. Рост дадим на третьей фазе. Сумой. Подожди, через 30 секунд. Ты говоришь? Так, я думаю, 2 хила здесь хватит на рейде. Вася, зайди сразу, чтобы увидел, каков мир на самом деле. Первый же портал заходи. Здесь не надо.